короче, вот буду показывать, как поменять этот сенсор переключения. Короче, я сделал двигатель, самую коробку, капитальный ремонт, а коробку мне привезли нерабочий, и я немножко лоханулся, не проверил этот сенсор. Сейчас ошибку пишет P0706. Откручивается масса. Снимаете батареи, этот шланг. Можно не снимать шланг, можно оставить трубку эту. Его подвязать, наверное, сюда, вот так, потому что он будет мешать. Так. Потом снимаете эту площадку. Ну, естественно, батареи тоже. Просто я кинул, что двери надо было открыть мне. И снимаем эту батарею. Вытянули платформу, тоже вытянули, потом крепление вот тоже для бачка тоже. Сейчас фишку надо отсоединить. Так, форму его, он будет мешать все время. Ну, если у вас бортовой компьютер не закручен в этот чехол, можно снять его. Так, сейчас что надо делать? Вот здесь эти железки, вот, их пооткручивать, вот такие, три штуки их, так, не получится, значит, ломайте, вытягивайте, потом гайкой закрутите. Сейчас мы должны снять этот кожух. Кожух надо снять снизу, и через верх он пойдет сюда. Это все надо вот так освобождать, чтобы это сейчас мы тоже сюда, чтобы не мешало ничего. Это сюда засунуть. Сейчас, короче, вытягиваем. Все, мы эту крышку открутили, вот все эти болты. Сейчас начнем. Хорошо. Сейчас вот фонарь. Вот наш сенсор это. Сейчас что надо сделать? Я сейчас буду показывать. Сейчас надо отсоединить провод этот. Отсоединить. Дальше будем. Еще.
еще ошибка вылазит, если, например, P0706, то бывает из-за массы тоже, если плохой массы. Но когда такая ошибка появляется, вы не сможете завести машину, и на этом будет все кубики нарисованы на скоростях. Он так стал, вот это мне не нравится. Сейчас я переключу его, на паркинг поставлю. Снимаем, убираем. Сейчас нам нужен здесь вот здесь есть у нас. Штопорное кольцо. Короче, штопор надо выбить его. Сейчас нужен тут штопорное кольцо. Его надо выбить. Штопорное кольцо. Штонку эту надо вытянуть. Вот он здесь. И молотком выбить. На ощупь можно. Можно голову просунуть. Зеркалом сделать. Сейчас камеру положу. Туда не упал. Если упадет шпонка сюда, то вам придется поддон скручивать. Так что так этого нельзя делать. Надо, короче, этот отсоединить, чтобы проверять, будет высовываться или нет, чтобы шпонку не потерять. Сейчас будем проверять, идет наверх. Нет, не идет. Значит, еще надо бить его. Вот так надо туда-сюда ходить. Тучу. Чуть-чуть надо еще ходить. Так, обратно надо наверх идти и проверять, что будет. Иначе еще работа будет. А там еще внизу 4 или 5 литров масла. Понимаете? Нихрена, еще пошли вниз. Так, сейчас я оставлю еще. Это очень плохо. Правда, немножко
идет сюда. Ну что, не знаю, блядь. Обратно идти надо. На подъемнике все время надо спускать, поднимать. Ну можно, конечно, лестницу поставить. Но чуть-чуть еще надо. Ладно, сейчас попробуем уж. Нет, еще. Еще надо. Если он бегает, значит еще не вышел. Тоже должен, по-моему, вылезти. Нет, еще один раз, зараза. Видите, я его ставил, а так бы он туда бульк утонул. Сейчас надо его вытянуть отсюда и сюда направить, чтобы потом мы могли сразу забить его. А потом я покажу, как его забить, чтобы точь-в-точь попал. Так, а тут сейчас я устанавливаю его. Вот я, видите, забил его сюда, подготовил. Сейчас нужно его пасть так, чтобы туда этот рычаг тут залез. Ну, а чтобы туда в лунку попал этот поршень, грузик. Да. Потом берете трибок. Надо вставить и поймать его, где он там есть.
Все, я его поймал, видите? Сейчас надо вам брать маленький молоток. Мне обязательно, да, молоток. Сейчас я принесу. И сейчас будем его. Потом забивать, вытаскиваете, забиваете, берете, забиваете. Все же. И потом уже одевать пластину эту. Закручивается на 4-5 ньютонов. Вот так вы его уже до конца закручиваете ключом. Ребят, я установил, тут уже почистите все. Крышку оденете, вот. Да. Это паркинг. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите в комментариях, ставьте лайки, бай-бай, удачи. Пригодится всем, у кого в Chrysler, Volkswagen, Dodge, джипы, которые имеют передний, задний, ведущий. Тоже такой же коробка стоит. Все, бай-бай, удачи.